Сегодняшний Макон, осенний сезон, отличается от предыдущих? Да, у него и отличается очень техническая часть по составлению. В этот раз были задействованы большее количество волонтеров. Были же также предоставлены для хендмейдеров и ручной работы отдельные столы. То есть если в прошлый раз это был маленький уголок, то сейчас можно заметить, что хендмейдеры сидят на двух половинах именно, и столы поделены пополам у многих. В этом году я еще не видела, есть ли трансляция на мониторах в общем зале, но она обычно ведется для того, чтобы люди, находящиеся в зале, в сложных костюмах или те, кто не смогли сесть, могли посмотреть. Ну привет, вести. Да блин. Если тебе совсем одиноко и хочется чего-то нового, разнообразия, приходи на Макон. Здесь тебя ждут крутые девки, которых нет.